Хай, ребята, с вами Супер Герчик, и сейчас я вам расскажу про отдых в отеле Water City Resort and Spa. Полетели! В Турцию мы прибыли примерно за 3,5 часа. Вот это заветная надпись. Welcome to Antalya. Дальше нас довез трансфер, и примерно через 2 часа мы уже оказались в отеле Water City Resort and Spa. Я думаю, в первую очередь стоит рассказать о номере. Номер нам дали на первом этаже, и мы решили его поменять на другой номер. Нам дали было вторую комнату, уже теперь на втором этаже. Ну, вот здесь в душевой зеркало есть, различные шампуни, кондиционеры там. Также здесь есть мыло и всякие другие штуки. Вот фен имеется. Какая-то телефонная трубка, я еще не разобрался, что это. Здесь, я так понимаю, оно поливает, если нажать на кнопку. Вот мусорка. Разные полотенца. А это душевая кабинка сама. Здесь вот надо потянуть на себя, и отсюда начнет поливаться вода. Вот. Давайте дальше пойдем. Здесь две комнаты. В этой комнате есть сейф, причем бесплатный. Вот здесь есть мини-бар. Это интересная штука, можно сказать. Пополняется, я так понимаю, каждый день. Там по типу фанты, пепси-кола и минеральная вода. Чайник и разные заварки. Еще одно зеркало. Здесь телевизор есть. Хорошо. Вот здесь шкафы огромные. А в другом шкафу тут были тапочки, но мама их куда-то убрала. Ладно. Вот шкаф большой. Здесь есть мини-тумбочки и свет. Можно включить дневной, можно ночной. Управлять можно. Вот стул тут, вот кровать двухместная. Что хочется показать еще? Вот здесь столик есть на балконе. Здесь видно море отсюда. Цветы разные. Вот другой отель видно. Красота. Вот. Здесь, смотрите, кресло есть. Здесь кровать одна, вторая кровать. Здесь еще один балкон. Вот, красота. Река Манавгат, кстати, есть. И здесь тоже телевизор. Кондиционер есть. И в той комнате тоже есть, я его не показал. Ну ладно, ничего страшного. Вот такой вот номер. Здесь нужно карточку засунуть, свет включается в номере. Карточку высовываешь, через некоторое время выключается, я так понимаю. Так-то хороший номер, мне нравится. Лучше, чем первый, там два этажа было. Вот такой вот обед я взял. Всего подряд набрал. Не знаю, вроде съедобно все. Вкусно так-то. Мед тут вместе с сотами. Вот. Приходить покушать можно на завтрак, на поздний завтрак, на обед, на ужин и на ночной буфет. Каждому на входе дают перчатку, чтобы они не заморали столовые приборы. Каждый сам себе накладывает еду и сам выбирает, сколько ему нужно. Мы перепробовали кучу разных блюд, но в итоге мы вернулись к рису и макарону. Домашняя еда привычнее. В основном во многих блюдах много специй и перца, так что надо быть готовым к такому. В столовой можно выбрать пару супов и кучу различных десертов и фруктов. С утра дают свежевыжатый апельсиновый сок. Персонал отеля очень дружелюбный и добрый. Большинство из них знают русский язык. Вход в отель очень красивый. Висит огромная люстра, которая начинает гореть вечером. Ресепшн работает 24 часа в сутки, и можно позвонить по телефону в номере. В снэк-баре около бассейна можно взять вот такие вот интересные турецкие лепешки. Внутри них натертый картофель. Возле ресепшена отеля есть бар. Бар и снэк-бар есть около бассейна, а также у пляжа. До пляжа можно дойти за 3 минуты вдоль прекрасного хвойного парка. Можно воспользоваться бесплатным автобусом. Пляж оборудован навесами и лежаками. Пляж песчаный, а вход в море галечный. Вдоль берега можно найти вот такие вот интересные ограждения. Внутри них находятся кладки черепашьих яиц, которые охраняются государством. На территории отеля находится аквапарк с горками. По реке и в море часто проплывают пиратские корабли.
Недалеко от отеля есть яхты, в которых за $35 можно на целый день побывать на экскурсии. На территории отеля возле бассейна есть детская площадка с горками. Также хочется отметить, что у отеля просто огромная территория, а вечером постоянно дискотеки, анимация и концерты живой музыки. Недалеко от отеля Ватерсиде, примерно 15 минут езды в автобусе, есть развалины. Это старинный город Сиде. Вот это да. А вот восстановленный храм Аполлона. Также в Сиде есть огромный амфитеатр. Отель нам очень понравился, а недостатков мы не заметили. По возможности мы бы вернулись сюда снова. Если вам удалось побывать в этом отеле, то я буду рад видеть ваши отзывы в комментариях. Всем спасибо за просмотр этого видео. Прошу поддержать мой канал, подписавшись на него и поставив лайк под этим видео. Ну а с вами был Супергирчик, и всем goodbye!